Qozog'istonda navbatdagi etnik to'qnashuvning oldi olingan. Katta ehtimol bilan bu nishoni Qozog'istondagi o'zbeklar jamoasi bo'lishi mumkin edi. To'qnashuv 21-iyul kuni Qozog'istonning Түркістан viloyatidagi Sho'rnak qishlog'ida yuz bergan. Qozog'iston politsiyasi xabar berishicha, dastlab bu qishloqdagi 2 nafar fuqaro o'rtasida yuz bergan og'zaki to'qnashuvdan so'ng oradan biroz vaqt o'tib, noma'lum guruh to'qnashuvda ishtirok etgan tomonning uy-joyini toshbo'ron qiladi. Toshbo'ron nafaqat to'qnashuvda ishtirok etgan shaxs, balki uning qarindosh urug'lariga tegishli uy-joylarga, mol-mulkka ham qaratilgan. Mol-mulki shikastlangan, uy-joyi buzilgan tomon o'zbeklar ekanligi aytilmoqda. To'qnashuv davomida 3 nafar kishi jarohatlangan, ulardan birining ahvoli og'ir va shifoxonada qolyapti. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda shu politsiyachi ishtirokida tarqalayotgan videolardan janjalning maishiy emas, milliy adovatga egaligini ham anglash mumkin. Bu videolarda Sho'rnak qishlog'i atrofida 100 ga yaqin qozoqlar to'planganligini, o'zbeklar haddidan oshgani ularning ta'zirini berib qo'yish lozimligiga doir chaqiriqlarni ham ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining qozoq xizmati bergan xabarga ko'ra, ayni paytga kelib o'zbeklar yashayotgan Sho'rnak qishlog'iga kirishda blokpost o'rnatilgan, qishloqqa kirib chiqish politsiyaning keskin nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Түркістан viloyatidagi bu to'qnashuv yuzasidan fikr-mulohaza bildirayotgan qozoq faollariga ko'ra, bu to'qnashuv ham bir muddat avval Qozog'istonda qozoqlar va dunganlar o'rtasida kuzatilgan to'qnashuvga juda o'xshash. Bir necha kishi qurbon bo'lgan bu to'qnashuvda ham politsiyaning ishtiroki ancha bahsli baholangan edi. Qozoq muxolifat faoli Aydos Sodiqni Amerika ovoziga aytishicha, Qozog'istonda so'nggi paytda milliy nizolarning alangalayotgani mamlakatdagi siyosiy vaziyatning taranglashib borayotgani bilan ham bog'liq. В ночь с 21 на 22 июля 2020 года в поселке Шурнак Туркестанской области произошли столкновения, предположительно, как говорили, между представителями узбекской и казахской национальности. Насколько нам сообщили местные жители, за конфликтом стоят криминальные группировки, а также сами полицейские. Власти пытались представить это как столкновение между казахами и узбеками, то есть межнациональный конфликт. И таким образом пытались они отвлечь внимание от накопившихся проблем во время карантина. Сейчас Казахстан испытывает большие сложности в экономическом плане, в социальном плане. Очень много недовольных, уровень жизни сильно упал. Очень часто происходят митинги, забастовки. В целом народ очень недоволен действующей властью. Считаем, что за очередным конфликтом на этот раз в Түркестанской области, в поселке Шурнак, стоят действительно спецслужбы, действительно КНБ во главе с Каримом Масимовым, потому что это очень похоже на то, что происходило на Курдае зимой этого года, а также то, что происходило раньше в других городах Казахстана, в Караганде, в Актау. Все это явно похоже на действия КНБ. Об этом свидетельствует в том числе то, что в этом конфликте участвовали криминальные элементы. Как мы знаем, все криминальные элементы, авторитеты криминальные, ОПГ все находятся под контролем властей, все они действуют под контролем властей, как на воле, так и в местах лишения свободы. То есть конфликт изначально был спровоцирован криминальными элементами, за которыми стоят спецслужбы. Еще один момент, указывающий на то, что за этим стоят силовики Назарбаева, это то, что на видео, которые нам присылали, видны люди в формах, пострадавшие люди в формах, в крови эти люди. Это тоже говорит о том, что власти разогревали этот конфликт, в том числе не только с помощью криминальных элементов, но и с помощью действующих официально сотрудников полиции. Пока существует этот режим, риск межнационального конфликта в Казахстане очень велик, потому что властям очень нужно, чтобы протестующий народ, протестно настроенные люди выступали в первую очередь против друг друга, а не против властей.